Давайте посерьезнее, хотя бы тут. Недви тут? Выйди, пожалуйста. Да, я не буду, я молчать буду. Давай. Бля, пасы не поменял, я пасы буду менять сейчас. В начале матча сейчас не разводим, поменяем пасы. Да, давай, дай мне секундочку. Да нет, нет, там любой паузе есть, знаешь, без секунды. Заставку не пропускайте, ты пока сразу паузу дари. Ага. Выходит. Не-не-не. Да все, все нормально. Флангу. Ой-ой. Как минимум, ну ясно. Сейчас. Ох, так, не подавать все. Вплотную ко мне подойди. Куда подавать? Да. На кого подавать? Сейчас. Прям вплотную упрись в меня. Я плохо слышу, плохо слышу, я на ближку подаю, ладно, на, сюда. На две вот, прям в нас. Я уже подаю. Аслан, тебя просто вообще не слышу, что ты говоришь. Блинский. Я сейчас слышно, просто вообще не слышу. Дайте мне вешать. Если что, я один слева стою, вообще один. Слева стою. Вообще один. Угу. Через зад буду играть. Угу. Тобой. Выталкиваю просто туда и все. Они играют, как я вам вначале FIFA предлагал. Эндрид. То же самое. Дайте мне. Слева, левоногие есть у нас? Универсал. У меня левая. Да что ты? Да ладно. Вообще. Достала. Сука. Вообще. Ты подать не будет. Кому навес давать? Давайте. Вот в эту точку, где я стою, маркер. Вон, где Диман, вот туда маркер. Блин, скидка пошла далеко. Выдавливай флангу. Хорош. Оп-оп, ничего, ничего не было. Странно.
Да что такое нахуй? Вован, ближе к нему играем. Да? Давид, нафига ты в центре? Кто это за? Я специально остановился, ждал, пока ты забежишь. В косах. Можно мне. Хорош. Ну, с фланга в центр не смещайтесь, просто закрылись все. Сейчас Игорь в центр спустился, и все, все закрыто. Да что такое? Сюда его там. Прием сработал. Вот, взял. Выдавливаю. Немного лучше по игрокам. Еще мелкий будет забегать, видимо. Это для скидки они сделали. Блин, да ладно, почему? Хорош. Да я бил, блядь, выбивание. Это офсайд, офсайд. Заебал же кнопку выбивания долбить. Давай попробуем. Ну как-то так. Опа. Ну, давай, ёбни сейчас прям. Ну, затянул. Все, накрыли, хорошо. Блядь, разворот ебучий. А чё сзади защита, где она? Да они с ними забросами выборвали. Ну только офсайд делайте нормально, что ли. Ага. Он за спиной оставался. Ну я ушел налево опять. Давид, сразу будете в касание давать на ход, по флангу открывайте. О! Да ладно. Нормально. Хорошо, да. Ну сразу, подождите чуть-чуть, сразу подойдите. И он навешивать хочет еще. Пойдет. Ой-ой-ой. Ой, хорош. Один, давай. Давай, давай. Разочек хотя бы. Можно. Ясно, понятно. Наверху. Эх, сразу надо было подавать. О. Давайте я на дальнюю подам. Блин, я думал, ты скинешь. Уже? Блядь.
Вот, вот что-то более-менее к концу. Вот. Ебем просто их. Вообще, высечали. Блин, мы не забили. Я не мы не просто забили. Не бьем. Устой. 100% просто не забили. Не равные игры, значит, пока. Больше, чем у Рамба не будет все равно. Гребняк шире. Видишь, у тебя зона Сашка, к этому. Сашка. Ты туда должен открываться. Ты прям смещаешься к центру и сужаешь нам зону. Нам некуда отдавать. Эй, сверху. У них, по-моему, двое вылетели. Да. Хорош. Ладно. Назад. Эх, он там на рыдже мог красный словить. Давай. Неплохо было. У второго нет офсайда. Ух, хорош. Пиздец, блядь. Нажимал на вниз, он что-то не захотел. С ним же сыграй и уйди. Или со мной, вот, блядь. Накройте, сейчас бот мог взять. Блин, в такие моменты возвращай ПЗ и лучше сам открывай. Я ждал. Отыграй. О, Руслан, не убегай вперед, ты последний сейчас взял и офсайд убрал. Они вперед бегут, поэтому лучше офсайд делать. Да ёбаный да, брат, да что такое? Охуенно. Мало. Там мяч был уже у меня. Ну пенальти было не обязательно, конечно. Мало того, что создали себе момент, блядь, еще и, блядь, привезли. Крутишься. Не бог он по центру пробьет, я его убью. Бля, ну пидарец. Я подам сам, да, раз, да? На ближнюю? Вот сюда? Вот сюда, да. Да. Нет, на два подам. Правильно. Чуть больше двух. Защитники от бога. Оба и слёт. Когда сайт надо было уйти. В пол команды вылетело. Че, в защите я один, да? Вон. Снизу кто там стоит, возьми его прям. Ёпта, заново. Че вы требуете? Блин, Серег, куда убежал, а? От
меня там и не было. Стоял, я только навес сделал, и тебе ты уже справа. Не было меня там. Ай, пищуль. Давай. Контру делай. Атака, давай, пошел. Швыряй вверх. Практически фул. Нормально. Ну, тебе видно. И да. Три деления ровно. Оф, тебе передал, Голд Леон. Если Димон меня не заблокирует. Попробуй ты. Пошла. Ну, ёпарсы ты. Просто к флангу его тяните и все. Просто мини-игрок просто не бежал тогда. Я уже все, я думал, что его сейчас внесу в ворота, блин. А он не бежит. Да, кип не в порядке. Это не. Давайте ближе, не скидка. Сейчас или никогда, ребят? Никогда. Хорошо. Серега убивается. Все, последний этап. Никогда. Слава. Че, 0-1? Ну да, пух нам привез, конечно, Галин.